брат мой, я Лонгин. А ты? Ты Аджай. Это моя церковь особенная. С пушками? Конечно же. Кротки унаследуют землю, друг мой, но им нужны стволы. Откровение 5.5, скажем так, воодушевляет. И один из старцев сказал мне: «Не плачь! Вот лев от колен Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее!» Спаситель! Наш спаситель вернулся к нам в облике льва, воина! И тогда я подумал, когда сын Бога возродится, какое оружие он выберет? Что? Христос вернется, чтобы снять 7 печатей и принести упокоение! Он вернется в образе льва, да? А льву нужны зубы. Что бы выбрал Иисус? Второзаконие, 32 стих 47. Ибо это не пустое для вас, но жизнь ваша! А может, притчи 19.11. Благоразумие делает человека медленным на гнев. Не понимаю, что воин ты... Воин знает! Воин всегда знает! Ибо видели упокоение и выжили. С оружием творим дела праведные. Ибо каждая пуля — проповедь. Каждая пуля — наказ. За каждый рупор лжи и пайгономина, которую умолкнет, ты получишь награду. Дерзай на все воля Божья. Вот, держи. Это за первый. Ванабур атакуют! Пришлите подкрепление! Сабал, в чем дело? Враг наступает! Лучше не лезьте так! И сказал он им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари! Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Far Cry 4. Ну что же, погнали! Итак, нужно успеть, и, конечно же, мы прихватим баги. Так, он мне дал УЗИшку, но я не знаю, где-то ли у меня она сейчас. Подождите, стоп, мне не туда, мне не сюда, по дороге. Я и твоя мать, а ты у нее на коленях. То были самые счастливые дни в ее и моей жизни. У нас были планы на будущее, не только наши, но и всего Кирата. Я скучаю по тем дням. Теперь поздно что-то менять, хоть я и пытался. Эта земля в руинах. Не дай ей разрушить и тебя, и Швари огорчилась бы. Черт побери, а мне она бы не огорчилась, если я прикончил бы тебя, засранца. Ёлки-палки. Так, давай поворачивай, все на автопилоте у нас. Так, стоп. Надо этих гадов передавить. Иди сюда, вот так. Ой, ёлки. Так, ну-ка. Где эта сволочь там? Да ё-моё. Отлично. Так, поехали дальше. Вперед. Долбанный Пейган Мин. Засранец. Интересно, как мы с ним разберемся? Это прямо самое для меня захватывающее будет. Как же я убью эту сволочь? Так, все, мы приехали практически. Кстати, автопилот медленнее ведет, чем я сам. Боже мой! Какой кошмар! Что ж тут творится-то? Ужас. Я здесь, Сабал. Помощь нужна? Черт! Не слови пулю, спасай кого сможешь. Я рядом, скоро приведу подмогу. Ладно, хорошо. Черт возьми. Боже мой, сколько их здесь?
Пока что... Ах вы твари. На тебе, урод. Ага. Так, кто за вами бежит? Где он там, сволочь, наверху? Что ж такое-то, а? Ой, блин, у него дробаш. Дробаш — это плохо. Отлично. Так. Да вот тебе коктейль, блин. Сейчас возьмем дробовик. Вот, отлично. Отлично. Где эта сволочь? Да уйди ты от меня, горящая. Зараза, а. Подожгет еще меня. Ё-моё. Давай, вкалывай уже. Погнали дальше. Кто там? Ой, ё. Нифига себе. Сумасшедший сукин сын. Да? Иди сюда, гад. Вот так. Еще один. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Вот так, отлично. Где последняя сволочь? Вот так. Шикарно, шикарно, шикарно. Погнали дальше. Ух, елки! Нифига себе. Так, ну вроде ничего. Если не считать, что столько людей погибло. Просто жуть. Просто жуть. Кто там еще? Подкрепление? Ой-ё. Стоп, что, на вертике, что ли? Что-то нифига себе! На вертолете! Блин. Что делать-то? Что, как мне его? Ага, вон они. Вон. Он идет, гаденыш. На тебе, тварь. Какой сочный выстрел из дробовика, ребят. Просто офигенно. На, тварь. Да елки-палки, туши огонь. Нет. Так, возьмем патроны. Нет! Фига себе. Блин, они выстрелили. Они выстрелили в ящик с патронами, и он взорвался. От зараза. Ладно. Если мы сейчас... Где моя снайперка? Блин, я неужели снайперку поменял? Так, мне нужно СВД пойти забрать свою. Если оно еще здесь лежит, если оно вообще сохранилось там, где я его оставил. Нет? От шляпа, а? Ну ладно, потом возьму за бесплатно, я же его уже купил. Так что все нормально. Так, вместо УЗИхи возьму калаш. Старый добрый. Да боже мой. Я стреляю во врагов. Какого хрена я творю? Ну, я не могу, что ли, его сбить? Пилота, блин. Пилота. Зараза, нет. Не получится. Походу, здесь просто его невозможно сбить. Так кого ты там? Я не понимаю, кто-то улетает, кто-то убегает. Ничего не поймешь. Это жесть. Так. Сейчас возьмем еще боеприпасы. Где эта сволочь? Да. Вот так. Вижу солдат. Они идут к общине Пука. Там осталась Бхадра. Аджай, спаси ее. Да еще бы, конечно, сейчас спасем. Так, перезарядились. Погнали. Садимся. Поехали. Так. Ух, елки! Фига себе! Я, блин, не упасть. Так, здесь по какой-то дорожке, блин, нужно. По какой-то вот дурацкой дорожке пробираться. Ёлы-палы, как неудобно-то. А, нет, мне не сюда. Мне чуть ниже нужно. Так, отличные тачки у вас здесь. Хорошо держатся. Ух, стоп. Что за... Блин, вы издеваетесь, что ли? Так, я выйду отсюда, походу, пешком лучше дойти. Чушь какая-то. Иду вроде по дорожке, которая отмечена на карте. Но покидаю зону заданий. Раз. Блин, тут я уже не заберусь, да? Может, нет, не заберусь уже, зараза. Что за дорожку мне эту отметили? Я не понимаю, зачем ее вообще мне отметили. Я по ней поперся. Тут в обход как-то. Ладно.
времени идет, так что я успею по-любому. Жалко, что колесо мыши меняет не то, что мне нужно, не оружие оно меняет. Ёлки-палки, что ж ты делаешь-то, а? Гасить огонь. Отлично. Аптечек больше нету, к сожалению. Так, а... куда идти-то? Я что-то не понял. Вот здесь-то отмечено другим цветом. Сюда, что ли? Ладно, сейчас наверх заберемся, посмотрим. Ух ты, черт! Побери! Все, падай! Сумасшедший сукин сын, подожжет же меня. Зараза. Здесь кусты одни сплошные. А, боже ты мой! Хадра! Хадра, где ты? Вот же окно. Внизу где-то, видимо. О, отлично, наконец-то. Давай, выноси ее, красавец-герой. Это твоя женщина. Сама судьба определила ваши отношения. Я в порядке. Она может подарить народу надежду. Сабал, она еще мала и напугана. Отведу ее домой. О людях подумаем позже, ладно? Спасибо. Не за что. Спасли Аджая себе на голову. Разозли Пола, и он вырежет деревню. Аджай ни при чем, это я. К тому же, нам не до того. Они взяли аванпост. И заложников тоже. Ладно. Сперва аванпост. Без него все пути отрезаны. Пошли. Так я, кажется, девочку спас. Ё-моё, я с этими именами не запоминаю, кто из них Хадра, кто из них Амита. Вернуть отправителю. Ну, если я спас ее дочку, это еще больше, еще сильнее укрепит отношения и подарит любовь между нашими героями. Так, путеводитель Керат короля Мина. Блин, не прочитал я про путеводителя. Брат, надо поговорить. Сабал, в чем дело? Мне нужно в Банапур. Амита занята аванпостами. Значит, заложников освобождать тебе. Я знаю, это непросто, но их надо спасти до того, как мы возьмем аванпост. Но Амита... Да, аванпост важен. Но спасти заложников — это самое главное. Люди Керата верят, что Золотой Путь защитит их. Мы не можем предать их веру. Спаси заложников, брат. Кого к нам занесло? Она не может попасть к себе в магазин, что ли? Потеха. Ладно, новое оружие разблокировано, оружие разблокировано. А, кстати, я разблокировал в Uplay пистолетик. Так, сейчас, где он тут у нас? Пистолеты, пистолеты, пистолеты. Вот он, да, Uplay-овский пистолет AJM. Здоровенный и красивый. Так, ставим его сюда. Да. Снайперку пока не буду ставить. Оставлю калаш там, пускай будет. Хотя, может, лучше... Нет, лучше оставить калаш. Калаш мне пригодится, всяко. Нет. Помповое оружие, конечно, классное. Мне тоже очень нравится. Идет война, но тебе везет. Ты можешь купить, продать что-нибудь. Да-да-да-да-да, я могу что-то купить, продать. Так, навыки нет. У меня пока одно очко навыков всего лишь. Что за путеводитель? Где я могу его посмотреть? Нет, здесь этого нету. Тактика, коллекция, рюкзак, 23 из 30, что такое? Грелки для рук, пара одноразовых грелок для рук, которые будут весьма кстати с учетом того холода, что царит по ночам в Керате. Угу. Так, использована люминесцентная трубка, интересно, ее использовали в экстренной ситуации или просто организовали подсветку импровизированной вечеринки? Бриллиант раздора, нифига себе. Командиры наемники умрут, и кровавый алмаз останется. Цена у этого камешка из Бова Сека должна быть приличная. Да что-то за 16 тысяч не так уж и много. Огромный изумруд, вот это уже да, дорого, 45 тысяч. Сверкающий гранит у прекрасного дорогущего изумруда можно всматриваться часами. Спички. Пластиковый слон, напоминающий о неудачной попытке компании Дэвис Тринква Тойко продавать бахчал в западных странах.
Так, ладно. Керат короля Мина. Вступление. Вступительное слово его королевского величества Пейгана Мина. Прикольно. Мои верные подданные, я с радостью поделюсь с вами новой редакцией Керата короля Мина, самого популярного путеводителя по Керату. С каждым годом растет моя гордость за наш народ. Я благодарю всех и каждого из вас за вашу верность короне, кое вы присягали, и неустанный труд, который дарует Керату мир и процветание. Прекрасно. Прекрасно. Люди, ага. Аджай Гейл, сын Керата, прожил на Западе слишком долго, чтобы быть одним из нас. Великодушный король Мин готов поведать ему все о родном крае и превратить Аджай Гейла в достойного гражданина Керата. Амита. Порочное дитя Севера, которое оставило свой дом и подняло оружие против своего отечества. На пару с Сабалом составляет она неуклюжего двухголового слона во главе Золотого Пути, вооружена очень опасно. Пхадра, слабоумные и суеверные кератцы верят, что это девочка воплощение нашей земли. Ага. Но их так называемая Тарун Матара не сможет даровать народу той гордости, которую внушает Пейган Мин. Ага. Дарпан, террорист до мозга костей, стоял у отравленных истоков Золотого Пути и большую часть своей жизни потратил на то, чтобы по возможности изгадить все благие начинания Пейгана Мина. Ишвари Гейл, несчастная жертва, которую соблазнил злобный Мохан Гейл. Наш любимый вождь пытался собственноручно спасти ее из плена Маханок. К несчастью, она предпочла бежать в Штаты, нежели раскрыть объятия милости Пейгана. Так, ну получается, значит, я не его сын, это точно. Хотя, кто его знает, вдруг будет внезапный поворот. Скажет, Аджай, я твой отец. Ну или как-то так. Лонген, религиозный фанатик, опасный провокатор, который наживается на беспорядках в нашей славной стране. Он утверждает, будто он обрел второе рождение, но не верьте ему, он убийца, контрабандист и известный пособник Золотого Пути. Мохан Гейл. О, это отец? Министерство социальной гармонии объявило Мохана Гейла возмутителем спокойствия. Гейл основал Золотой Путь, эту шайку предателей, и яро пытался убить нашего любимого вождя Пейгана. Пейган Мин. Что он сам о себе-то пишет? Наш великий и славный король, который рисковал своей жизнью и здоровьем, чтобы освободить Керат от цепей прошлого. Он всем пожертвовал ради своей второй родины и любит ее народ, как своих детей. Да зарит вас свет Пейгана. Пол Харман, известный как Деплер. Сердце губернатора Хармана тронули бедствия нашей страны. Он искренне полюбил ее народ и обычаи. Он покинул свою родную Америку, чтобы здесь провести свои дни. Более всего, возжаждал он покоя для юга. И дабы обрести его, вел переговоры с террористами из Золотого Пути. Сабал Южанин и вторая голова неуклюжего слона во главе Золотого Пути. Он тянет в одну сторону, а Мита в другую, угрожая разорвать Керат. За любую помощь поимке обещана щедрая награда. Золотой Путь, неверные сыны и дщери Керата, которые именуют себя гордыми гражданами, однако поднимают оружие против короля и силой вовлекают других граждан в свой жалкий бунт. Они террористы и враги короны. Народ Керата. У народа Керата есть великолепная возможность внести славный вклад в лучшее будущее, но для начала надо вырезать раковую опухоль бунта. И только тогда ваш пастырь Пейган поведет вас дорогой предназначения. Да зарит вас свет Пейгана. Шерпа. Делец, бродяга, мошенник. Таков этот Шерпа, так его называют. Он болтается по всему Керату, торгует некачественным товаром и контрабандой, и без колебаний снабжает повстанцев. Держитесь от него подальше. Бонапур, логово Золотого Пути, это самая темная часть Керата, опухоль на теле нашей страны, которая будет разрастаться, пока не уничтожит наш народ. Но не стоит бояться, скоро Пейган Мин и армия короля вычистят эту террористическую заразу раз и навсегда. Ну, в общем... тут у нас всякие животные. Это уже не особо интересно. Так. Все, да. Больше здесь ничего нету. Потерянные письма. Дневник Мохана Гейла. О, прикольно. Байсах, 1981 год. Сегодня мы с Ишвари поженились. Церемония была скромная, присутствовали только наши родители. Старейшины все еще полагают, что жениться на Тарун Матаре не к добру. Но, по-моему, это ерунда. Моя Ишвари обаятельная и умная девушка. Родители договорились о нашем браке. Еще когда мы были детьми, за много лет до того, как ее избрали аватаром Киры, а храм дал за ней приданное. Хватит на дом, а может и на рисовую печку. Рисовую печку? Кроме того, меня приняли в Королевскую гвардию, а значит, понадобится новое обмундирование. Мохан Гейл. А, то есть он еще и служил. Служил. А вот служил на благо кого? Вот тоже интересно мне. Так.
Че она все время в стену идет? Продать. Давайте-ка быструю продажу сделаем. Отлично. У меня уже 191 тысяча. Неплохо. Записка от мамы. Ну, зачем мне продавать записку от мамы? Ну, что это за свинство? Не хочу я продавать записку от мамы. Так. Посмотрите, мы направляемся к следующему заданию. Фейган за это ответит. Конечно, ответит. Еще бы. Так. Давайте, как всегда, спустимся. Что же здесь везде люди-то убитые лежат, а? Просто жуть, сколько можно их обыскивать. Поехали. А, кстати, куда мне нужно-то? Подождите-ка. Ой-ё, мне далековато нужно. Я как-нибудь по-быстрому не могу перенестись? Нет, не могу. Аванпосты у нас еще здесь есть, конечно же. Конечно, конечно. Ладно, хорошо. О, какой револьвер шикарный, а? Просто обалденский. Сейчас надо будет еще шмальнуть. Шмальнуть из него. Оу, да он еще полуавтоматический. Неплохо. Да. Хорошая штукенция. Хотя, конечно, мне бы больше понравилось, если бы он делал большой бум. Бум. Ну и все в таком духе. Такс. Понаслаждаемся красотами природы. Хотя, в принципе, на хорошем квадрике ехать не слишком долго. Без автопилота быстрее можно добраться. Значительно. Значительно быстрее. Ну, вот там чуваки делают. Пускай занимаются своими делами. Не буду отвлекать. А, красиво. Так, и мне, значит, надо еще выше куда-то забраться. Ага, ну, пошли. Убейте охранников, спасите как минимум двух заложников. Ладно, хорошо. Сейчас посмотрим. Так. Вроде я пока больше никого не вижу. Ага, вот, трое. Ой-ой-ой-ой, палево. Один есть, вас заметили, действуя быстрее заложников. Пости, да что ж такое-то, а? Так, этот готов. Нет! Надо было по стелсу проходить. Ну ладно, что ж, буду знать. Ну я думал, сейчас я типа, угу, быстренько, хоп-хоп-хоп и все. Все дела. О, смотрите-ка. Здесь можно, оказывается, забраться с помощью... Ага, вот, отлично. Полезли. Полезли. Так, отлично. Так, и... Теперь туда. Опа. Ё, как я не ударяюсь-то. По-моему, быстрее было бы забежать. Да ладно. Да, быстрее было бы забежать, реально, намного быстрее. Такс, ну пойдемте. Сейчас еще раз я отмечу их всех. Тихо. Спокойно, ребята, спокойно. Так. Ага. Так. Сейчас мы попробуем как-нибудь. Ага, вот еще один гаденыш. Ну-ка, побыстрее бы. Отлично. Так, хорошо. Есть тут еще кто-нибудь сверху? Ну да, конечно, есть. Вон он, сумасшедший сукин сын, стоит. Избивает кого-то. Так, отлично. Вот как раньше. Вы тут даже не окупаем затраты. Нужно бы
Хорошо. Хорошо. А теперь этого гада. Теперь эту сволочь. Где он там? Где он там? Где он там? Блин, не вижу его. Что-то я не понял, куда он делся-то? А, пошел проверять, понятно. Там бродит убийца. Опа! Отлично. Конечно, тут бродит убийца. Бесшумный убийца тут бродит. Последователь Джейсона Броуди. Броудит. Погоди, стой! Опа! Отлично. Хорошо. Ну и кто у нас еще остался? Кто у нас еще остался? Ты, да, остался? Ты? Ты, сволочь, остался? Да, ты, сволочь, остался. Сейчас мы и тебя порежем. Опа! Отлично. Ну вот, типа, вроде все. Они в безопасности, Сабал. Твой отец гордился бы тобой. Это все, что... Он создал Золотой Путь, чтобы помочь своему народу. Что у меня есть? Я приехал сюда не ради всего этого. Спасибо. Ты все равно помогаешь, брат. Посмотри, как много ты сделал. Это непросто. Но помоги Золотому Пути, и это поможет тебе добраться до Лакшманы. Мы найдем ее вместе. Спасибо. Как бы потом что-нибудь не случилось странное, как тогда было. Аджай, это Амида. Я знаю, что Сабал побил тебя освобождать заложников вместо аванпоста. Ты же спас нас. Ничего. Ты новичок, а Сабал может быть настойчив. Я сделал, что мне сказали. Ты молодец. Но смотри на вещи шире. Я уже все подготовила к атаке на аванпост. А теперь часть моих бойцов вынуждена защищать заложников. От чего? От Пола. Мы отняли у него игрушки. Ты не понимаешь? У нас был план. Теперь он рухнул. Пока не разберемся с Деплером, мы связаны. А у солдат на аванпосте полно времени, чтобы подготовиться. Я им помешаю. Напасть на аванпост в одиночку — самоубийство. Подожди, мы выделим тебе подкрепление. Я справлюсь, Амита. Аджай, не... Нападение. Ну, ладно, хорошо. Справишься, так справишься. Сейчас будем справляться. Будем справляться вместе. Так. Опа, а это что такое? Подождите. Что за хрень? О, боже ты мой! Тут какие-то сумасшедшие псы! Псы меня атакуют! Боже мой. Все, задавил, походу. Фу, елки-палки. Аджай, Аджай, Аджай! Что? Ничего, просто связь проверяю. Потеха. Да, этот псих. Тот еще псих. Ничего, ничего, ничего. Просто связь проверяю. Все нормально. Так. Можно создать необходимые модификации. Ладно, хорошо, давайте создадим что-нибудь тут у нас. Изготовление. Сумка с приманками. А, шкура дикой собаки. Все, изготовили. Отлично. Можно еще что ли сделать? Нет, больше нельзя. Вот, следующая шкура яка. 3 штуки мне нужно будет. Ладно, а на следующую кобуру шкура чепрачного тапира. Ладно, будем... Увижу, короче, тапиров на Керню. А пока поехали. Нас ждут великие дела. Что такое вот это вот желтое? Что это такое? Подождите, что такое вот это вот? Вот это вот такое вот. Что это? Это у нас... О, пулеметная точка. Неплохо. Неплохо. Да, неплохо, неплохо. Ладно, буду знать. Погнали. Смотрите вдаль. Какой шикардос, да? О, сейчас бы эти на машинке приехали. Блин, ой, боже мой, они за мной гонятся, слушайте. Они гонятся за мной, стреляют. Твою-то мать. Твою мать.
Я даже не могу в них прицелиться-то. Я не могу в них... Могу в них прицелиться. Фух. Так. Ой, у меня осколок, он зубами его вырвал. Еще один осколок. Продолжает вырывать эти осколки. Ой, с ума сойти. Так, вражеский аванпост можно легко распознать по заметному издалека столбу черного дыма. Освободите аванпост, не подняв тревоги или оставшись незамеченным, вы получите дополнительный опыт. Так. В каждом освобожденном аванпосте появляется новое убежище, где можно получить новые задания. Что ж, ладно, хорошо. Я так понимаю, мне уже нужно приступать сейчас. Они там слона, что ли, убили? Блин, они реально слона замочили. Сумасшедшие люди. Зачем? Зачем вы это сделали? Что вам слон-то сделал? А, вот здесь у нас есть слонишка-то. Кстати, могу сейчас на слона сесть. А, нет, не могу. У меня билки нету, чтобы кататься на слонах. Черт. Ладно. Это вот все, да, я так понимаю? Больше никого здесь нету. Я помню в третьем Far Cry, как я незамеченным все это делал. А, вон еще один. Просто берешь, залезаешь наверх. Психи стреляют просто в воздух. Залезаешь наверх, достаешь снайперку и бум-бум-бум. А, ну у меня сейчас глушаком было. Вообще шикарно. Так. Сейчас, где тут трава-то? Вот. Опа. Отлично. Зеленый лист. Инъектор здоровья. Слушайте, оно само теперь изготавливается. Блин, ну офигенно, слушайте. Все. Все, я полюбил эту игру. Я полюбил ее теперь всей душой. Больше не надо лезть в меню, создавать это все. Блин, шикарно. Это реально очень напрягало и как-то лишним было. Но сейчас просто отлично. Так. Была бы у меня снайперка с глушителем. Нет, я не буду в него стрелять. Я в него стрелять не буду. Так, тихо. Спокойно. Спокойненько. Сейчас как-нибудь попробую по стелсу. Вряд ли у меня что получится. Да вылезай уже отсюда. Что с тобой не так? Вот. Отлично. Еще один. Отметим. Можно просто прицеливаться, и тогда он будет отмечать. Ой-ё! Хрена себе! Мне бы глушак вообще не помешал. Мне бы глушак совсем не помешал. Так, берсерк вон идет. Такс. А не, он не идет сюда больше, все нормально. Что это за фигня? Не знаю. Ерунда какая-то. Так. Ага. Вот. Опять. Что опять? Опять у тебя чувак умер на смене? У вас часто это вообще случается, ребят? Хреновые вы работники тогда. Так, он не идет, что ли, никуда? Я не понимаю. О, нифига, он наверх залез. Вот это да. Тихо. Теперь валим отсюда, пока не сгорели. Да туши ты. Блин, вот... Лучше бы он тушил, но он не хочет тушить. Он тушит только, когда мало хп остается. Довольно далеко. А он меня сразу уже видит. Текстить тут не получится. Особенно постелсить. С этим. О, что-то увидал. А, на крыше, наверное, увидал труп. Ну ладно.
Сейчас я попробую. Блин, влазаю здесь, как мышь. Как бы мне... Ой, нет палева. Ой, нет палева. Палево здесь, палево. Мне нужен убийца. Ищите его. Что? Ты убил моего друга. Ты заплатишь. А, еще один, смотрите. Вон там берсерк сразу. Никто не смеет убивать, слышал? Такой весь. Вон носится, носится. Блин, они меня найдут рано или поздно. Проверьте все. Найдите, в чем дело. Все, свалили. Ну, естественно. Естественно, вы меня спалили, сволочи. Выходи, дай я тебе убью. Нет, чертово подкрепление. Я так и знал, что зря я тут стелсю, все это фигня. Короче, без глушака, брать аванпосты по стелсу, это просто издевательство какое-то. Да пошел ты нафиг! Так, пулю, пулю выковыриваем. Черт, зарежь его, зарежь, 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 зарежь. Нет, он меня прикончил, ну естественно. Блин, он не может вот так быстро зарезать, когда уже... Черт, все сначала. Ладно, ладно, сначала так сначала. Хорошо, сейчас мы достанем, достанем кое-что. О, так, возьмем хелочку. Сейчас мы достанем кое-что. Кое-что интересное. Вот и... О, слон вышел. Офигеть. Расколбас. Главное, а кто вызывает это подкрепление, я не понимаю. Какая-то сволочь вызывает подкрепление. О, отлично, я уничтожил сигнализацию. Все, подкрепления не будет. Кто меня там увидел-то? Слон меня там увидел? Кто? О, нет. Мне бы гранатку. Мне бы сейчас гранатку подорвать бы их. О-хо-хо-хо! Он машины переворачивает. Офигеть. Воу! Это был последний. Аванпост освобожден. Шикарно. Я напугал слона. В итоге слон всех замочил. Ну, тоже неплохой вариант захвата, как считаете? Сначала заложники, теперь аванпост. Ты редко меня слушаешь, Аджай, но должна признать. Сегодня ты молодец. Спасибо. Я сделал то, что счел нужным. Мама была бы рада. Я знаю, тебе нужна Лакшмана. Но это не так просто. Мы потеряли север много лет назад, и теперь бьемся за юг. Я обещал маме, что развею ее прах там. Она так хотела. Подумай, Аджай. Твоя мать прекрасно знала, что случится, когда ты приедешь сюда. Сын Махана Гейла вернулся на родину, истерзанную войной. Ишвари была умной женщиной. То, что ты здесь и помогаешь нам, не случайность. Оставайся с нами. Вступай в Золотой Путь и обещаю, ты выполнишь последнее желание матери. Будь то развеять ее прах в Лакшмане, или достичь чего-то большего. То есть Золотой Путь — дело моих родителей? Верно. Они хотели освободить Кират от Пейгана. Помоги же нам закончить то, что некогда начали они. Просто подумай, Аджай. Хм. Ну, мам, похоже, я останусь. Ну еще бы. Первая часть завершена, дорогие друзья. Итак, посмотрим. Совместная игра. Разблокирован режим совместной игры. Стой, 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 стой! Он сейчас упадет и убьется. Идиот.
Я побежал вперед, в это время вылетела эта картинка, а персонаж не остановился. Он просто побежал дальше и упал со скалы нахрен. Ой, ёлки-палки. Так, чтобы узнать больше, посетите Хёрка, ищите значки H на карте рядом с вами. Вы также можете нажать M, чтобы вернуться в меню тактики и изучить раздел «Совместная игра». Выберите запуск сетевой игры, продолжение сетевой игры. Ладно, 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 ладно. Так, карма. Участвуйте в событиях кармы или вращайте молитвенные барабаны, чтобы зарабатывать очки кармы. Повышайте уровень кармы, чтобы получить улучшение для наемников. Чтобы получать скидки в магазинах, повышайте уровень кармы. Ладно, хорошо. Карма — это отлично. Там опять какая-то стрельба началась. Какая-то жесть. Мне это не очень интересно. Так, что это у нас? Желтенькое вот туда вот куда-то нацеливается. А, задание Хёрка мне открылось. А это что? Это следующая миссия, что ли? Я не знаю, я не уверен. А что за постер? Что за постер? А, ха-ха. Сорвать постер. 150 постеров? Да заколебешься. Что это у нас? А, ну это в убежище у нас. Сейчас посмотрим, что у нас там. Здесь у нас есть письмо. Дневник Мохана Гейла. Больше не придешь. Так, где я смотрел-то это? Чёрт, я забыл. Коллекция, что ли? Точно, вот. Байсах, 1981 год. Сегодня... Нет, стоп, я же читал. Вот. Асар, 1986. Сегодня опять дрались насмерть с националистами. В их рядах сражаются иностранные преступники. Они вооружены американским оружием. Даже муссонные дожди не скоро смоют кровь с улиц Тиртхи. Лишь поздно ночью я пришел домой и заполз в кровать к Ишваре. Без нее, без ее способности обращаться прямо к сердцам людей, мы бы пропали. Она напомнила мне о первых 4 годах нашего брака. Мы не были богаты, но были счастливы, и был мир. Так много изменилось. Что это у нас такое? Это спасение? Подождите, я что-то не понял. Что это сейчас было-то? Я что-то подошел, что-то тут... Что-то оп-оп-оп, что-то там. Ладно, я потом навыки потрачу. Уникальное оружие штурмовик теперь доступно в магазинах. Враг напал на небольшую ферму. Солдаты армии короля вовсю грабят ее, взяв местных обитателей в заложники. Проберитесь туда, устраните охрану, освободите заложников. В общем, я так понимаю, это дополнительное задание. Так. Сейчас я вообще хочу сосредоточиться только на основных заданиях, основных миссиях, а потом уже в страстях, которые я устрою по Far Cry 4, они будут, я, скорее всего, пройду все дополнительные задания. Очень на это надеюсь, потому что... Потому что в третьем Far Cry я тоже их делал, и хочется, так сказать, не знаю, по традиции, что ли, продолжить и сделать и четвертую часть, исследовать весь мир, посмотреть и познакомиться с его обитателями. Ну что ж, дорогие друзья, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.